dream for the world to know you, to love your name. We lift up a shout, lift up a cry to shake the ground, shouting the walls are coming down. Yeah, we're running after you, like a rolling stone, like a runaway train. No turning back, no more yesterdays. My heart is free, no chains on me. God, you raised me up from the grave with the cross before. I'm on my way, my heart is free, no chains on me. Now is the time, now is the time for freedom. Abandon my cold religion, my heart on fire. We hear the уже к вечеру мне стало уже интереснее стало, уже познакомиться со многими, я уже видела, что здесь это не простой такой лагерь, когда вот в обычном лагере, когда в детстве ты идешь, и там кто круче, кто не круче, здесь не так, там здесь мы все одинаковые. Я почувствовала себя как вот капля в одном море, как вот море, она вся в одном цвете, не разноцветная. Я очень рада, что смогла приехать сюда и провела замечательное время рядом с очень-очень-очень хорошими людьми. И я настолько убедилась, что американцы такие классные. Неделя родина часто табора. И уж я организую despre Иисус Христос, так. Ну, я вам сейчас понял. Indiferentă, să fiu sinceră cu voi. Indiferentă față de tot ce se întâmplă, eu timpul mergeam pe calea mea, vedem o bară de 30 de milioane de ori și așa mai departe. Cât? Она говорит, но самый впечатляющий момент, которым хотела бы поделиться с вами, это то, что в этом лагере я узнала Бога. Раньше мне было безразлично, я просто шла и не обращала внимания на эти вещи. Человек, как я друзей, după ce am terminat toate activitățile, am intrat în cameră. И вот однажды, когда закончили все мероприятия, я зашла в комнату. Și am văzut-o pe Cornelia. Obosite, de toți însăturate și am avut curajul să o întreb. Eu o videla Cornelia, уставши, am așa că reșil, eu o spăsi. Explică-mi, te rog frumos, ce înseamnă să crezi în Dumnezeu, ce înseamnă să o primești în inima ta? Объясни-mi, пожалуйста, что значит верить в Бога, что значит принять Его в свое сердце. Și я îi mulțumesc ei. Mă închin ei că m-a ascultat. Я очень благодарна Корнелии, вообще преклоняюсь перед ней за то, что она выслушала меня. Și m-a ajutat să înțeleg ce într-adevăr înseamnă asta. И помогла мне понять, что это значит. Atunci când am auzit acele cuvinte, atunci când am crezut într-adevăr, m-a întrebat, câte procente tu crezi că ai viață eternă, вечника, сказать. И после того, как я выслушала ее,
Она, после того, как мы помолились, она спросила меня, сколько процентов ты уверена, что у тебя есть жизнь вечная? Скажу, я куда-то через кухню, я же вспомнил. Zero. Если бы я не слышала эти слова, я бы сказала, ну, 0%. Я думаю, чем там принято Иисус не имена, а трекуто колдура один кап, по моему чаю. Но когда я приняла Иисуса в свое сердце, мне было такое ощущение, что тепло прошло с головы до ног. И чем я говорю, чем моя мать мне кажет, когда я сама, садусь это умерение. И что самые тяжелые моменты в моей жизни просто свалились с моих плеч. Отдала зима третьим. И второй день, на второй день, когда я проснулась, а после прямо дата каньона нам намарат. Кыте ночи, кыте зиле мяла маску за плека капси. Первый день, это был первый день, когда я не считала, сколько дней и ночей осталось до того, как уехать. Eu știu că aveam încă o luptă, de parcă mă născut din nou și este adevărat. Eu știu că pentru unii este foarte greu să crezi în această, deoarece este de neexplicat. Это было не просто битва, у меня было такое ощущение, что я родилась снова. В принципе, как и является на самом деле, это просто необъяснимо. Și eu mă încurajez. Să-l primiți și voi vizit în inima voastră. Eu nu vă impun cum și Cornelia mine mi-a spus, asta e alegerea ta. Și diferența este de asemenea o alegere. Tu alegi să mergi cu el și să îndeplinești planul perfect pe care ți-l pregătit, sau să mergi pe drumul tău, neștiind unde tu o să ajungi. И я ободряю вас сделать такой же выбор. Я понимаю, что мы не можем заставить сделать этот выбор. Корнелия мне сказала, что безразличие – это такой же выбор, там, да или нет. Но мы выбираем, что нам делать, верить или не верить. Я уже со спонка, хотя спонка отрабатывает на 20 дотти. Я уверена, 101% кандидата вечника. Да, и мне очень понравились слова Мэтта. Everybody should find his place in the story of God. Мне кажется, эти слова... Каждый человек должен найти свое, именно свое собственное место в истории Бога. И мне кажется, эти слова вот идеальны для последнего дня, и они вот настолько... Не знаю, прошли через меня как-то. Как-то больше об этом знать.
потому что меня что все-таки Бог работает в этой жизни. Тут медик практично вмути тебе з ким людьми. Я був форти мобілець лікаря, наприклад, спікав курс, а вибити ніште. Aborda niște teme foarte importante, foarte utile pentru viitorul meu, pentru viața personală, pentru relațiile mele cu toți cei din jur. Așa că foarte fain.